Между тем, казахстанские ученые-ядерщики сегодня изучают современные конструкционные материалы, из которых можно построить АЭС. На площадке управления делами президента они рассказали нашим корреспондентам, что при возведении атомных станций традиционно используют материалы с применением тяжелых металлов, таких, например, как свинец. В Институте ядерной физики же изучают возможности более легких и модернизированных компонентов. Сейчас исследователи разрабатывают композиционные материалы на основе полимеров и керамики. Удастся ли молодым ученым создать что-то инновационное, покажет время. А вот в чем научное сообщество убеждено точно, так это в абсолютной эффективности атомной энергии. Нужно понимать, что мирный атом и военный атом – это все-таки разные вещи. Мирный атом нам может служить во благо. Наши будущие поколения, чтобы не сидели при свечах, не сидели в пещерах где-то, нам нужно развиваться. Чтобы увеличивать мощности производства, нам нужны новые электрические генерации. Соответственно, вот атомная электростанция является практически безальтернативным источником электроэнергии.